Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хотел бы рассказать о такой снасти. Уловистая и простая. Значит, внизу коромысло с пружины, потом идет скользящий грузик и еще один крючок. Для того, чтобы сделать такую снасть, нам надо сделать вот такие коромысла. Чтобы сделать там такие коромысла, мне понадобится шуруповерт, значит, моя шпилька, ну и проволока. Как я уже ранее говорил, это сварочная проволока, единичка, нержавеющая. Запускаю кончик в шпильку. И специальное отверстие, чтобы было все удобно. Чуть-чуть ее накручиваю. Так, пружинка у нас есть. Теперь делаю колечко с одной стороны. И растяну теперь пружинку. Теперь я считаю 14 витков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Вот мне 14 витков надо. Так, на этом виточке мы делаем колечко, сделали. Теперь берем заусенцы. Так, все. Теперь берем отрезок проволочки. Где-то так вот. Так, теперь выравниваю
выравниваю проволочку, чтобы было удобнее работать. Затем у меня был такой вот такой вот образец. Это будет вот это плечо. Вот они, видите, вот. Значит, смотрю, сколько мне надо. Где сделать петелечку? Делаю петельку. Не знаю, хотел здесь закрутить. Можно и не крутить. Это вот имеется в виду сделать вот так вот. Или взять закрутить. Вот. В принципе, руль не играет. Но там никогда не раскрутится. Волка жестко. Вот это вот плечо я делаю заведомо большим. Для чего? Чтобы было удобнее заводить пружинку. Так, теперь отсчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот она, получается, на середину. Завожу проволочку. Да. Завожу-то я завожу, но надо сначала отмерить длину нашего плеча. Вот, для этого я беру нашу метку и отмечаю маркером, потому что потом будет неудобно. Когда там уже будет пружина, будет просто очень неудобно. Но плечи получаются разные, некрасивые. Так, теперь можно одевать ее. Еще раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надеваю эту большую, длинное плечо. Теперь, вот видите, для чего нужно было длинное плечо, потому что иначе вот это второе хрен наденешь. Вот таким вот макаром получается. Теперь самое интересное. Нам надо сделать вот эти вот петелечки. Вот видите, чтобы оно было в оконченном варианте. Вот наша отметка. Беру на отметке и делаю здесь колечко. Вот, завернул колечко. Теперь доворачиваю его до конца и чуть развернул назад. Получается вот такое вот законченное колечко. Теперь беру, отрезаю его, ну вот где-то чуть больше сантиметра. Отрезал. Теперь смотрите, увожу его до окончания нашей пружинки. А теперь самое интересное. Теперь надо его просто взять и закрутить. Смотрите, вот таким вот таким макаром. Взял, закрутил и зажал. А вот здесь вот этот кусочек мы откусим. Вот получается такая красивенькая пружинка. Теперь находим, где мы здесь отмечали. Так. Вот здесь вот. Раз. Делаем кольцо.
перекручиваю его дальше, возвращаю назад, откусываю сантиметра полтора, завожу сюда ее и опять закручиваем. Вот такая у нас получилась пружинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все верно. Вот такая получилась пружинка. Как вам такая пружинка? Мне нравится. Вот она будет вот так вот стоять у нас на снасть. Ну, а снасть сделаем потом с вами. Все, будьте здоровы.